Это место, откуда полки Дмитрия Донского благословленные Сергеем Ивановичем Радонежским пошли на Куликовскую битву. Поэтому для нас очень так трепетно, радостно и приятно играть для вас сегодня. Спасибо большое. Эта композиция называлась «Пешка». Сейчас мы сыграем фрагменты из нашей новой сибирской сюиты. Thank you.
называется «Industrial», посвященная индустриализации Сибири. Такая Транссибирская железная дорога от Питера до Владивостока. Вот мы родом из места посередине, с Байкала. И вот нам посчастливилось проехать на поезде всю Лилию туда и обратно. Не один раз, но слава богу, не сразу, а
частям. Ну и прилететь, конечно, много раз. И недавно мы летали в Шанхай, в Сеул. Опять над этой же дорогой, над нашей любимой. У нас даже есть композиция в этой сьюте, которая так называется «Транссиб». 100 метров до Транссиба здесь. Танго. Сибирская танго. Потому что в Сибири тоже.
есть страсти и любовь. Герой доиграл без одной струны.
Пока он меняет, я отвлекусь от сюиты на одну композицию. Сыграю вам бессмертное произведение Джона Леннона и Пола Маккартни, которое всех объединяет, называется она «Come Together». Сыграем еще одну часть из сюиты, праздничную. Поскольку сегодня праздник, мы хотим вас еще раз поздравить всех, пожелать счастья, успехов и процветания всем вам и на всей нашей стране. И победы на чемпионате Европы. Мы для этого сыграем вам праздничный, народный, сибирский, бурятский танец «Йохар». Наша интерпретация называется «Йохар». Соль минор. Thank you.
Меня зовут Игорь Матвеевич. Сейчас мы сыграем вам лирическую такую красивую мелодию, которая вам нравится. Хотим посвятить ее всем прекраснейшим дамам, которые здесь присутствуют. Называется она «Мандолинка». Thank you.
следующую композицию мы назвали «Герника». Thank you.
состоялось очень знаменательное для нас событие. В конце мая мы играли нашу сюиту, написанную музыку, написанную для балета, для современного балета, и в сопровождении квартета, классического квартета, который состоял из солистов-виртуозов Москвы. Все действие происходило в Гоголь-центре. Для нас было очень приятно и ответственно играть с виртуозами Москвы. И очень красиво получилось, мне кажется, и мы сыграем вам фрагмент один из этого балета, но без них, сами, вдвоем. Называется этот фрагмент «Битва». Thank you.
наше сегодняшнее фестивальное выступление подошло к концу. Еще! Ну, мы обыграли до бесконечности, но фестиваль, мы хотим еще раз поздравить вас с праздником, пожелать вам счастья, успехов, процветания. Хотим поздравить вас с этим замечательным фестивалем, хотим пожелать удачи тем музыкантам, которые будут играть здесь после нас, замечательные музыканты сегодня, завтра, наши друзья, вообще супер. Так что вас еще ждет незабываемое. И хотим поаплодировать тем музыкантам, которые уже отыграли вчера здесь. Хотим сыграть для вас в конце нашу композицию, которая один раз победила на очень большом международном конкурсе композиторов. Международном, потому что только финалистов было больше 16 112 стран. И наша композиция заняла первое место в разделе «Инструментальная музыка». Мы ее хотим вам сыграть. Называется «На 6 восьмых». Юрий Матвеев. Два семеряка. Спасибо вам, дорогие музыканты.
Дорогие друзья, ну, значит, это повод пригласить их на следующий фестиваль. Да. Ну, значит, вы уже все и решили. Антракт, дорогие друзья. Буфет работает, там все есть. Давайте через 15 минут встретимся в этом зале. Для вас будет выступать био-трио. Для Марины Сергеевны Сильверстовой скажу, что Клевенский, конечно же, будет. Так что не переживайте. До встречи после антракта.